Весь мир сейчас охвачен модой на куклы. Не избежал этого и Саяногорск. К счастью, в нашем муниципалитете десятки мастеров, способных волшебством умелых рук оживлять кусочки ткани, глину или шерсть. Выставка «Куклы без кукловода», которая открылась в городском краеведческом музее, включает в себя несколько десятков авторских экспонатов. Они созданы из самого разного текстиля, как будто только что снятые с чердака смешные примитивы, впитавшие запахи детства, забавные нескладные тильды, медведи Тедди в окружении самых разных друзей-зверят, вязаные ангелы, валенные ежики, отдельные куклы и целые сцены. Свои работы для выставки представили как известные, так и начинающие кукольники. Руководитель студии авторской куклы «Саяночка» Юлия Бельская, Любовь Нетепа, Милена Крюкова, Ирина Мишарова, Ольга Халявина, Елена Грудинина, Юлия Баскакова, Елена Камилягина и многие-многие другие. Познакомиться с творчеством мастериц и оценить кукольное разнообразие можно вплоть до 31 марта. Городской музей также ждет гостей на мастер-классы по созданию славянской куклы и текстильных игрушек. Предварительно записаться можно по телефону 644-33.